С 25 по 29 сентября водители двухколесных транспортных средств будут под особым контролем у дорожных полицейских. На территории городского округа, как и по республике в целом, проходит профилактическая операция «Мотоцикл». Кроме этого, во всех школах и детских садах в рамках недели безопасности пройдут мероприятия, направленные на снижение количества ДТП с участием детей. Проведение профилактических мероприятий по дорожной безопасности очень актуально и продиктовано количеством нарушений на дорогах, которые еженедельно фиксируют сотрудники госавтоинспекции городского округа. За прошедшую неделю с 18 по 24 сентября 2017 года на территории города Нефтекамск зарегистрировано 478 нарушений правил дорожного движения. Из них задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 33 автолюбителя управляли своими автомобилями с тонированными стеклами, 66 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, 15 не оплатили свои административные штрафы в установленный законом срок. Также 11 водителей перевозили детей без детских удерживающих устройств, 22 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам и нарушений среди пешеходов 4. Также за неделю зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.